Именно поэтому посол в первую очередь отправился к Вечному огню, на мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны, и посетил выставочный центр «Курск. Город воинской славы». Основная повестка экономическая. Сегодня Курская область поставляет во Вьетнам мясо, зерно, кондитерские изделия и даже пиво. В Социалистической республике тоже есть, что предложить курянам. Мы продаем немножко наш рис, кофе и морские продукты. Конечно, я очень хочу, чтобы товарооборот между Вьетнамом и вашей Курской области увеличивался. Уверен, что сегодняшняя встреча, в том числе с одной из наших ведущих компаний в сфере агропромышленного комплекса и пищевой перерабатывающей промышленности, мы сегодня будем посещать очень крупное производство, и встреча на уровне нашего губернатора Романа Старовойта, на уровне посла из этой компании придаст серьезный такой вектор и динамичный в дальнейшем развитии наших внешнеэкономических связей.